Всем кул, братинки, сегодня я сыграю, короче, супер матч против Вильяреала. Я собрал всех основных 4 игроков в составе Бакамбу. И сегодня мы получим, короче, игрока Марио Гаспара с рейтингом 89, а плюс еще 5 очков по характеристикам, если он будет стоять на правом защитнике. То есть Марио Гаспара рейтингом 94 совершенно бесплатно. Ребята, это вообще прям супер. За этот видосик обязательно влепите лайкусик, а лучше еще подпишитесь на канал. Это вообще, блядь, будет бомба. И вот, мы погнали начало играть матч. Первую атаку, вот как обычно, делаем 360 градусов. И давайте удар в створ. Вау, первый гол. Все, сейчас выйдите быстро нарезку, готовьте чаюху, как говорил Дима Гордей, и погнали. Ну и вот, и финальным счетом матча стал счет 7-1, а это значит, что мы победили. Мы получаем жетон Вильяреала с первой же попытки и получаем Марио Гаспара 94. Совершенно бесплатно, то есть всего потребовалось 6 энергии. И вот тот самый пакетик, где у нас сейчас будут очки, монетки. И первый трофей противостояний будет пойдет в нашу коллекцию. И он уже где-то будет 4-й, что ли. 10 тысяч мейн грошей, победа Вильяреал, это супер. И все. Вот эти наши 3, как бы, критерия, которые мы получили из пака. Итак, вот, мы можем купить тренировочный опыт 225 тысяч Марио Гаспара или 1 750 000 монет. Конечно же, я возьму Марио Гаспара, потому что вот игрок с таким рейтингом не может стоить 1 750 000 монет, он гораздо дороже. И все, вот тот самый игрок, Марио Гаспар. Да, о, какая красивая карточка, опять. Ох, как она наливная, какая она наливная, да, как она пиздато выглядит. Все, давайте обновляем наш состав. Он сейчас с рейтингом 91. Вот так наш выглядит топовый состав. Марио Гаспар с рейтингом 94 справа. И смотри, бро, этот весь состав бесплатный. Обязательно за этот состав поставь лайк.